Ярко, весело и незабываемо проводили уходящий год в парке Наташинские пруды. Праздничную атмосферу создавали лучшие творческие коллективы округа, а в финале посетителей парка ждал необычный сюрприз. Как старый год проводишь, так новый и проведешь. Если верить этой примете, то тому, кто провел последние выходные 2019-го в парке Наташинские пруды, наступающий год точно принесет много радости и веселья. Я пришла сюда со своей дочкой, мы здесь недалеко живем, бываем часто, тут каждые выходные. Очень здорово все организовано, все какие-то праздники, мероприятия. Для деток очень много, просто замечательно. У меня как раз не было новогоднего настроения, снега нет. Вот и снежок выпал, и новогоднее настроение прибавилось благодаря концерту. Новогоднее настроение прибавило еще одно яркое зрелище. Профессиональные артисты фаер-шоу показали посетителям Наташинского парка настоящую огненную любовь. А русские силачи удивили мощью и невероятной способностью подчинить себе магию огня. Лиза Егазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Привет, я Лиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.